Сайт проекта находится перед вами, и в сегодняшнем обзоре мы обсудим, что же это за платформа, поговорим о ее возможностях, а также деталях токен сейла. Итак, LivNPay представляет из себя определенный набор мобильных приложений, предназначенных для работы в сфере питания и обслуживания кафе, ресторанов, фастфудов и других мест общественного питания. На своем сайте компания показывает нам, что любой пользователь может не только просто потратить свои средства в данных местах, но и заработать на этом. Сейчас LivNPay расширяет данную модель, предоставляя свой токен стандарта ERK-20 Ethereum, так называемый токен LVN, то есть LivNPay токен. Данный токен будет предназначаться для оплаты комиссии и прочих аспектов на данной платформе. В отличие от других криптовалют, токен LivNPay будет регулироваться внутренним обменным курсом, который позволит потребителям и продавцам без опасения осуществлять операции в сети LivN. Токен LVN будет устранять некоторые из основных недостатков других криптовалют с его уникальным внутренним коэффициентом конвертации, который помогает снизить волатильность. Для этого, для того, чтобы усовершенствовать свою экосистему LivN, проект проводит ICO и собирает средства для модернизации и разработки новых продуктов проекта LivN. LivNPay также стремится устранить финансово-технические ограничения, которые не дают владельцам малого бизнеса внедрять криптовалюты. К примеру, продавцы смогут выбирать, что они хотят, и чтобы их средства были оплачивались с помощью токена LivN, LivNPay, так называемый токен LVN. И для этого непосредственно уже используется данный токен. Теперь немножечко поговорим непосредственно о самом токене LVN. Как вы можете видеть, что токен платформы LivNPay имеет название LVN. Это у нас стандарт ERK-20 Ethereum. Общее количество токенов составляет 10 миллиардов токенов. Цена за один токен составляет 1,5 цента. На краудсейл выделяется 3 миллиарда токенов, то есть 30% от общего количества токенов. Приемлемыми валютами для инвестирования у нас являются биткоин, эфириум, доллар и так далее. На данный момент проект уже собрал 10 миллионов долларов США. Это является подтвержденной информацией, которую заявил сам проект. Хардкап составляет 28 миллионов долларов США. То есть довольно-таки уже неплохие результаты показала платформа. Также разработчики платежной системы LivNPay предусмотрели способ использования токенов LVN всеми участниками экосистемы. Давайте немножечко теперь рассмотрим, какие преимущества предоставляет токен LVN для своих потребителей. К примеру, преимущества для продавцов. Для интеграции в свой бизнес платежной системы LivNPay не требуется отказываться от традиционных платежных способов. Продавец может без проблем предоставить покупателям возможность оплачивать покупки с помощью криптовалюты. Также сами продавцы не привязаны к получению платежей в токенах LVN и могут выбирать любой удобный способ зачисления дохода от бизнеса. Также теперь есть у нас также преимущество для покупателей. По аналогии с настройками сервиса для продавцов, покупатели смогут использовать платежную систему для оплаты своих повседневных заказов в кафе и ресторанах. То есть, это тоже довольно-таки неплохо. Также, LivNPay предоставляет свою платежную систему уже непосредственно также и для благотворительных организаций. Использование LivNPay – это прозрачный и эффективный канал для сбора средств на благотворительность. Благодаря блокчейну люди, которые будут заниматься благотворительностью, смогут выделить средства в токенах LVN, если им будет так удобно. Также основное преимущество данного платежного решения в том, что участникам системы нет необходимости обменивать деньги,
не нужно следить за состоянием криптовалютных рынков, чтобы определять стоимость своих токенов. Также, используя LivNP, не возникает такой ситуации, что клиенты будут выбирать, каким способом в конкретный момент времени выгоднее платить покупку. А теперь немножечко поговорим непосредственно о самой экосистеме. То есть, как здесь мы можем видеть. Для того, чтобы пользоваться системой LivNP, вам необходимо просто скачать приложение, которое уже сейчас есть, то есть так называемый Liven Wallet, с помощью которого вы сможете уже с помощью любой криптовалюты оплатить услугу в том либо ином кафе. LivNP является вашим фильтром между вами и теми людьми, которые предоставляют вам услуги. Здесь вы также можете посмотреть непосредственно уже речь Франка Каморы, о том, как он рассказывает о платформе LivNP, каким образом это все происходит и так далее. Сама платформа уже имеет более 4 миллионов пользователей и работает с крупнейшими организациями, такими как Uber, 8bit и так далее. Здесь вы также можете увидеть roadmap, то есть в данный момент уже есть мобильная версия, то есть уже привлечены инвестиции, вот сейчас будет уже создание протокола, и уже в дальнейшем будет идти по roadmap. Здесь вы также можете ознакомиться с командой проекта, и команда довольно-таки большая, больше 40 человек, что показывает, что проект действительно серьезно относится к тому, что он предоставляет. Здесь также есть адвайзеры проекта, довольно-таки много, и вот здесь вы тоже можете увидеть самых крупных клиентов данной компании. То есть вы можете видеть то, что я говорю вам, Uber, IPO Wells, Quanta, Kids, криптовалюта NEM, что довольно-таки популярно. И здесь также есть у нас небольшие слайды, с помощью которых вы можете видеть, каким образом функционирует. То есть это так называемый roadmap. То есть мы с вами сейчас можем его открыть. Открываем. Это у нас с вами roadmap, в котором у нас полностью рассказывается непосредственно о самом проекте, непосредственно о всех функциональных частях данной платформы, каким образом происходит расчет, для чего предназначены токены. Также здесь есть все аспекты о команде, о продукте, партнерах и многое другое. Ссылочку я оставлю в описании, кому будет интересно, может зайти и ознакомиться уже непосредственно с данным документом. Также немножко то, что мы говорили с вами о приложении. Данное приложение уже присутствует как в Apple Store. Вот вы можете видеть, его называется Liven. А также Google Play. То есть как бы сейчас доступно для скачивания. Как бы вы можете скачать и уже непосредственно протестировать данную платформу. Также здесь вы можете увидеть, каким образом функционирует платформа, то есть вы уже здесь можете ввести свой номер телефона, и проект бесплатно дарит вам $10 в токенах LVN. То есть это так называемый, здесь вы можете пополнять, получать промокоды и так далее, получать много скидок. Также хотелось бы сделать акцент на том, что данный проект имеет свою веточку на форуме Bitcoin Talk, где полностью рассказывается о всех функционалах проекта, только вкратце. А также здесь есть отзывы пользователей, которые уже пользовались платформой LivNP. То есть, как бы можете зайти, ознакомиться, почитать, спросить, на все вопросы вам ответят. Для того, чтобы принять участие в токен сейле, вам необходимо нажать на кнопочку Join LVN Token Sale. После этого пройти регистрацию на сайте и пройти KYC, и поэтому потом уже можете приобрести токены LVN. Что могу сказать в итоге? Проект довольно-таки интересный, и его масштабное решение показывает нам
что проект может выдать годный продукт и занять лидирующие места на рынке. Что ж, будем ожидать окончания токен-селов и пожелаем проекту удачи и достижению хардкапа. А на этом мой обзор подходит к концу. Всем спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч!